Четверть века назад в городе Атомщиков в Десногорске открылся храм в честь иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость». На юбилее прихода побывала съемочная группа телестудии Смоленской епархии «Святой Меркурий». В 2014 году приход храма в честь иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радости» города Десногорска отмечает 25-летие со дня образования. И престольный праздник, празднование иконы «Всех скорбящих радости» в храме отмечается в этом году особенно торжественно. Всеночное бдение в навечерие праздника возглавил епископ Смоленский и Вяземский Исидор. Разделить радость совместной молитвы в храм собрались многочисленные прихожане, жители Десногорска, гости из Смоленска, Москвы и других мест в России и Беларуси. Строительство храма в Десногорске началось в 2003 году. Свою посильную лепту в благое дело внесли практически все организации и предприятия Десногорска и прихожане. Строительство курировал митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл. Он же, уже будучи патриархом московским и всея Руси, освятил храм 5 июня 2010 года. Просторный храм может вместить более 1000 прихожан. Его площадь достигает 360 квадратных метров. Высота храма 48,7 метра. После чтения Святого Евангелия епископ Исидор обратился к молящимся со словами приветствия. Может ли быть большим счастьем, чем молитва Божией Матери, чем ее соприсутствие и покров в нашей жизни? Поэтому в сегодняшний праздничный день, когда мы отмечаем престольный праздник чудотворной иконы «Все скорбящих радость», будем взывать к Царице Небесной и Матери нашей. Радуйся, благодатная Богородица, всех скорбящих радости. Аминь. Завершилось праздничное богослужение вручением высоких церковных наград людям, потрудившимся в Десногорском храме всех скорбящих радости. Настоятелю храма, протоиерею Виталию Сладкову, его преосвященство преподнес икону Божьей Матери Смоленскую Одигитрию. Всех прихожан, жителей города, архипастырь поздравил с праздником иконы Божьей Матери всех скорбящих радости, престольным торжеством храма и юбилеем прихода.